Сегодняшний рецепт я нашел в кулинарной книге 19 века. Готовлю красные блины. Да-да, красные блины. Я подготовил классическое тесто для блинов. Оно состоит из муки, молока, соли, сахара и пару яиц. Теперь, чтобы сделать это классическое тесто красным, я добавлю, та-да, свекольный сок. Вот видите, тесто стало красным. Я начинаю печь красные блины. Добавлю немного растительного масла. Кстати, подавать я их буду со сметаной, с кедровыми орешками и с икрой из печеных овощей. У меня здесь печеные на углях баклажаны, морковь и репчатый лук. Подавать такие блины можно с различными начинками. В данном случае у меня это икра из печеных овощей, как я говорил уже ранее. Затем можно подавать с куриным жульеном, с грибным жульеном. Даже можно подавать со сладкими начинками. Я уверен, это тоже будет очень вкусно. Красная смородина. Ну, чтобы цвета совпадали, так будет более эффектно и красиво. Теперь добавлю немного свежего укропа. Икру из печеных овощей, сметану и кедровые орешки. Ну вот, красные блины с икрой из печеных овощей готовы. Надеюсь, вам рецепт этот понравился, и вы приготовите это блюдо дома. Приятного аппетита!